эпичное начало русских народных сказок. Дед, старший в казарме. И баба. Баба, невежливое обращение к женщине. И была у них курочка Ряба. Курочка Ряба, рябая жена петуха. Снесла? Снести, передать, продать кому-либо. Курочка Ряба. Курочка Ряба, рябая жена петуха. Яичко. Яичко, жидкое содержимое скорлупки. Да не простое. Простой, примитивный, тупой, аномальный. А золотое? Золото, арум 999 пробы. Мышка? Мышка, лучшая приманка для кошки. Бежала? Бежать, быстро перебирать нижними конечностями. Хвостиком? Хвостик, слежка на высоком профессиональном уровне. Махнула? Махать, широко и свободно вращать конечности. Яичко? Яичко, жидкое содержимое скорлупки. Упала? Падение, обычный конечный результат попытки взлета. И разбилась. Плачет, плакать, выделять слезную жидкость. Дед. Дед, старший в казарме. Плачет, плакать, выделять слезную жидкость. Баба. Баба, невежливое обращение к женщине. Я снесу. Снести, передать, продать кому-либо. Вам новое. Новый, никем ранее не виданный, не слыханный, не нюханный. Не золотое. Золото, аурум 999 пробы. А простое? Простой, примитивный, тупой, аномальный. Вот и сказки. Сказки, враги для народа. Конец. Конец, хэппи-энд, счастливый финал. А кто слышал? Слушать, ловить звуковую волну. Молодец. Молодец. Лучший, крутой, топовый.